Зеницы любят овсяные хлопья, подсушенные крошки хлеба и несоленое сало. Воробьи не откажутся от семечек. Весенний рацион птиц существенно отличается от летнего. Правда, добыть нужную и полезную еду в сезон холодов не так-то просто. Не остаться голодными птицам помогают люди. Светлана Александровна живет неподалеку от сквера Марии Рубцовой. Каждый день приходит сюда с новой порцией угощений для пернатых. Приносит овсянку, сало, семечки. На подмогу ей спешат активисты проекта «Чистая страна». Вооружившись кормушками с едой, волонтеры во главе с членом общественного совета «Химки. Интересно жить» Галиной Болотовой расходятся по парку. Было организовано такое мероприятие после заснеженной зимы. Наших птиц подкормить. Причем сделать это правильно, потому что очень застарелое мнение такое, что вот хлебушек покидал, птичка поела. Чем это для птички чревато, оказывается, довольно-таки многим. Поэтому сегодня мы не только вешаем кормушки, но еще и кладем в них правильную еду для наших птиц. Теперь в сквере Марии Рубцовой красуются 5 новеньких кормушек, доверху заполненных кормом. В ближайшее время активисты планируют развесить еще несколько кормушек в парках и скверах округа. Нина Бережная, Руслан Сафин. Новости Химки ТВ.